You are a samurai, bound to uphold a code. To live, samurai. Fight, and die with honor. If you stray from this path, what will you become? A storm is coming. Jin! Jin! Come on, Jin! Итак, добро пожаловать в другую комнату. Мы продолжаем играть Призрак Цушимы. Да, закончили на том моменте, когда я был на вершине красоты и блаженства. Но надо отправиться вот. Ну вот где-то вот здесь вот должно быть. Так, ладно. А сюда нельзя. Отсюда подниматься надо. Задание. Сюда вот отправлюсь. Опять. Далеко, недалеко. Мне нужно вот сюда, вот вроде как. Так. Сюда. Отлично. Это гроза. Думаю, взрыв какой-то произошел. А, еще одна лисья нора. Отлично. Вот это халява. Вот это халяль. Халявный халяль. Да, что ли? Все, вся выносливость выбилась. О, подожди. А, тут прям. Прям на открытой местности. Такая леса. Давай, давай! Молись! Отлично, еще три. Получается, все два те амулета. Еще на раз апну. О, лисичка не ушла. Погладить, погладить. Та-та-та-та-та. Давай, пузико свое. Их, хорошенькое. Все, все. Беги, беги. О, монгола, мне как раз не хватает. Меч наголо. Помахаем сабельками. А, у тебя копье. Ну ладно. Крыса. Вроде все. Вот же ж эти крысы, бомбометатели. И анимация уже не отменишь, вот это вот, которое добивающее. Да-да, я тебя сейчас спасу. Мы вас спасем. Внукна. И он вроде говорит, не двигайся. А перевели как подожди. Явно переводили с английского. А с на английском тоже такие себе переводчики, походу. Так, а у меня, кстати, одно очко есть. Очко уходит в зал.
так, техники. Тайфун, я не знаю. Ну давайте продолжим уже до конца. Налево. А, я просто огромный, ну не огромный, нормальный такой крюк сделал. Мне, в принципе, сюда. О, ронины. Чё, ребята? Мечи наголо. Меня сейчас зарежут. Кнопка. Кнопка залипла. Гнида, блин. Чёртова Е, правая кнопка опять залипла. Тупо не везет. То она нормально, то она резко в тот же самый же. Да, заколебали вы уже. Ой, реально запарили. О, там медведь мутузит. А я тут пока миссия. Опять с кнопкой воюю. А чё я там нажимал? Помню, чё-то какую-то кнопку я тыкнул. Воу. Он даже мне нормальный урон не нанес. Отлично. Так, то, что медведя завалил, конечно, красава. Да, вроде да, вот он, вот он. Лагерь, в котором мне дадут бабки. Точнее, в лагерь, в котором находятся бабки. А, черт, один минус. У меня противоборство. Кнопочка-то не работает. А ну-ка. Стремновато. Отыщите знамена, так понятно, уничтожьте, убейте врага в противоборстве. Да блин. А ну-ка, подождите, начать с контрольной точки. Давайте с контрольной точки начну. Да, я, наверное, все, не совсем все. Нормально пойдет. По идее, после контрольной точки оно должно работать. Давай, давай, работай, кнопка. Да, отлично, отлично. Дополнительное задание будет выполнено. И заодно наберу. О! Тут даже командир пришел. И я его замочил. Тупо командос пришел в это противоборство. Так, задание выполнено, в противоборстве завалить. Командор, как вы могли в противоборстве сдохнуть с одного удара? Вы должны были протянуть чуть дольше. Как так можно? Так вообще сам не понимаю, какого хрена я решил в это, в противоборство влезть. А говорят, изи-пизи, я пошек убивать. Такое японец ему-то показал. А самурай-то это другое дело. Самурай не хухры-мухры. Так, тут у нас записка от Хубилей Хубейна. А, не, артефакт монгольский. А, греческая ваза внезапно. Летом 1242 года латинская... Империя потерпела поражение в борьбе с монголами, что заметно повлияло на расстановку сил на берегу Эгейского моря.
Под предводительством Кадана, сына второго великого хана Угидея, монгольские войска разгромили Болгарию, Сербию, а затем отправились на юг. Жесть. Поначалу война во Фракии оказалась для них неудачной, но есть основания полагать, что латинский император Балдуин II на каком-то этапе оказался в плену, и ему пришлось признать поражение и выплатить монголам дань. Скорее всего, так эта ваза и попала в руки монголам. Ну, типа дани, но бабки не было. Бабок не было, выплатили глиной. Ну, кстати, качественной глиной. Так, это все тут, конечно, хорошо. У меня золото, железо, это тоже хорошо. Да, я прибыл в отмеченную точку. Это я знаю. О, здорово, пацаны, чё как? Эй, кнопка. Как оно? У ворот нажал, но там надо направление указать, в какую сторону ты должен уворачиваться. На черт. Среагировать ты среагировал. А вот кнопки правильно нажать не нажал. Че кто? Прям в сраку. Мяу. Ладно, в ногу. Да ты издеваешься. Да вы заколебали. На, в колено. Еще в колено. Да, у щитовиков проблема с коленями. Был бы у них римский щит, тогда да. Это уже совершенно другое дело. Ты еще скажи, черепахой в позицию черепахи. Так, а вон там что-то надо делать. О! То что? Вы издеваетесь? Ты тупо решил. Не, ну вы поняли? Как я разминулся с ним. Он открыл дверь, а я в этот момент бью через это, как он называется, дзёто. Или, ну, короче, что-то в этом духе. Он тупо выходит. О. Не, отлично, что там припасы? Это хорошо. Конечно, куда мне их эти припасы? Не, подождите, подождите. Я вроде не все собрал. Убейте монголов, уничтожьте. Но это уничтожьте, я флаги не все собрал. Если я уничтожу порох, то вроде как сразу задание закончится. Собаке можно и поклониться. Так, с той стороны что-то тут. Записка, да, там что-то было. Ай, чесалось-то. Да, записи. Разговор с ханом 7. Но я уже нашел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Хотунхан не хочет говорить ни о чем, кроме призрака. Племянник господина Симура заставил половину острова поверить в то, что он дух мести, восставший из мертвых самурай, который остановит монголов. Смешно. Какой-то молодой выскочка, собравшись вокруг себя горстку разношерстных новосброда. Тем не менее, Цзин Сакай занимает все мысли Хотунхана уже много дней, гораздо дольше, чем того заслуживает. Хотун надеется на раскол между самураями Симуры и последователями призрака. Не сомневаясь, эта возможность он использует в полной мере. Опа, вот уже пошло-поехало. Замысел о том, чтобы... Как оно? Рассорить. Так. Стрелы. Провизия, наверное. Да, нормально. На ту сторону мне надо. Я так понял, еще не всех же монголов порешал. Так, вот там вот мост есть. А, вот тут еще. Там, кстати, флаг. Увидел флаг, точнее, он мне тут подсветился. Так, флаги нашли, убить надо. Это тот бомбометатель. Так, я не понял, он реально сюда шел убить? Чигарво! Прям в башку ему попасть. Он же скотины. Колокольчики. Артобстрел! Пчелы! Я подорвал пчел! Ой! Удох их царка! Сталь, это, конечно, хорошо, сталь. Что там, с пчелами воюете? Воюете. Вроде все. Тут я чуть более по-самурайски. Так. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Вроде все, да. Допрыгнул.
Отлично. Что-что? Такой наконец-то или что? И сразу светлее стало. И деревья зацвели. Ну, имеется в виду, не совсем зацвели. И рыбачим, и все. Надо же показать бурную активность. Кстати, что-то я получу еще амулет. Освободите деревню Кисибе. Оу-оу, аж два. А, наверное, я там почти заработал вот этот вот маленький очко. А, полученное очко. А, не-не-не, это ж я освободил. И поэтому... Так, стойки максимум уже выучу. Враги, отброшенные тайфуном, падают на землю. Во. А чё там, призрак? Двоих сразу же, можно двоих. А чё колокольчик? Колокольчик взрывается? Питание, петарда. Петарда, чтобы привлечь несколько врагов на место хлопка. А тут у нас самурайский, чё тут? Уклон. Удар с коня. Удар с коня чисто просто спрыгиваю. А, урон ошеломлением. А, нанес урон, удар в прыжке ее седла. Прикольно. А давайте вот этого. Погнали, два золота. Да, катана этого Сакая можно апнуть. Я поэтому и сюда пришел. Все, все, погнали, погнали, хоры дрыхнуть. И бам. Один вопросик. Ладно, проверим его. Щедро. Прям очень щедро. Игра «Щедрая душа». Скажи спасибо, что мы дали тебе хотя бы один вопросик, а могли бы и не дать и вовсе. И он вообще с другой стороны. А, черт. Надо было просто развернуться на месте. Так, через мост. Или надо было через другой мост? Неважно. Перепрыгнем. Давай. Опа. Сейчас тебя вызову на другой стороне. Не, вот тут вот. Погнали. Что тут у нас, кстати, есть? Вроде нет этого оружейника. Что слева было. Это получается, мне надо еще два инарии. Ну, найти этот. Урон в ближнем бою повысится. Это уже не... Безмятежный лес. Отлично. Что там, после тебя ничего не осталось? Сказитель. В смысле? Это вопросик был сказитель? Да вы издеваетесь, да? Да, мы издеваемся. И что ты нам сделаешь? Сука, блин. Правда, что я сделаю ты? И что ты нам сделаешь? Так, надо убрать. Уже пойду тут снизу. Так, лагеря. Ну-ка, раз. Три открыл. И тут еще. Раз, два, три. Четыре, четыре.
Окей. А, оружейник тут, я проскакал вход. Оружейница. А, она, да, блин, это бронник. Так, а подождите, оружейник где-то вот тут. Вот я правильно ехал. Вон он. Почти правильно. Да, погнали. Все. Теперь катана максимум. Только сильные бро будут долго ковыряться. Прикольные статуи, кстати, не замечал. Обычные, по идее, из двух тычек должны. А может даже с одной. Так. Погнали дальше. Тут что у нас? Так себе. Ай-яй-яй, нога зачесалась. Так, либо задание дальше Труса и Ярикавы продолжить, либо... Ну, я вверх. Последнее все равно здесь, а потом уже сюда надо будет идти. Так что давайте сюда телепортируюсь. И по основному сейчас заданию вторичному пойду. Вот это вот, Труса и Ярикавы. Подождите. Крепость Ярикава осаждает монголы, а лучшие лучники Ярикавы пропали. И если нам с Юной удастся их вернуть, они помогут защитить город. А мы докажем, что пришли с добытыми добрыми намерениями. Мы с Юной договорились встретиться в старой Ярикаве и начать поиски. Отлично, поисковая такая игра. Погнали, давайте найдем этих шелушлучников. Шелучников, шелушучников. Да. Юна, Така も呼んだのか? 来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか?この辺で見たって話だけど、気配はないね。探してみよう。Логично, местные их видели, но мы их не видели. Трусы, трусы Ярикавы. Я хотел сказать, почти трусы Ярикавы. Ищем трусы Ярикавы. Лучшие трусы Ярикавы. Так, вот трупы монгола. А вот и следы. Давайте выясним. Да, скажи маме спасибо. Засели в этом доме, походу. Вау. Да чтоб тебя, я же вернулся. どこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ゴザがある。ここに止まったか。熊には食われてなさそう。熊
熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る二川用の皮も。弓取りはここにいた。ジン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。Медведи обосрались. もうこの火薬を盗んだのか。いい根性してるね。Ну, я сразу следы увидел. Вроде как. Имашта! А сокуно ока о ноботтеру не. Ваке га ару ようだ на. Ми о хикуку ште, кое о хисомеро. ヤリカワの弓取りと見受けるが、数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが、我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら時期に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先をつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。たーく、уже готовится。猛虎はこっちに向かってる。だが、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。たかが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。まだわからんだろうが、誰しも怖い時はある。ユナもな。あなたも。ああ、叔父上が捕らえられた時、家族を失うかと恐ろしかった。だからユナの不安もわかる。姉さんには何度も救われた。俺もだ。ねえ、тут мне в этом。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。Мне вот тут голос больше нравится, чем в переводе. Тут прям чувствуется, что это, блин, самурай жесткий. Насакинуё! С другой стороны нападаю.
лошадь завалил, блин. Вроде всех положили. Или нет? Рэп! Типа можно было... よくやった、大国。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破っては来れぬか。宇治政殿の次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。そうかね。悪いけど、ジンと話があるんだ。槍川で待ってる。 やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。 とはにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いをなんとかするんだろう。街で会おう。ну да, Дзинта суровый этот, самурай. Трусы и Ярикавы, но не трусы, запомните. Не трусы, я... Оп, еще одна. Так, техники я уже апнул. Че мне там еще апать-то? Дзин харе уже, но ну, хотя да. Так, о, стойка призрака. Призрак Ярикавы. Это основная, да. Ну-ка. Крепость Ярикава осаждает монголы. Мы с Юной Такой отыскали пропавших лучников и могли им, помогли им вернуться домой. Теперь нам предстоит прорвать осаду. Вот это нужно, вот это да. Стойка призрака, стойка призрака. Ага. Типа дополнительная стойка, что ли, дастся. А, так. Стойка. Ну, давайте. Тут как раз место есть еще справа для стойки. А, где там? Вот она. Окей, ребята. Спасибо за просмотр. До следующих встреч на острове Цусима в области Тоётама. Прощайте.